В Оренбурге сегодня автомобилисты тоже начали собираться на перекрестке улиц Черешковой и Технической. Затем колонна планирует направиться к загородному шоссе и проследует до развязки с Нежинским шоссе и в обратном направлении. Отметим, это уже не первая протестная акция дальнобойщиков. Собирать деньги за проезд большегрузов по федеральным трассам начали год назад. По прогнозам специалистов, Платон должен собрать 20 миллиардов рублей. Деньги будут направлены на ремонт дорог.